гербы показываем. Единственное, что там нужно пояснить, там есть несколько слов на тарабарском языке, которые я лично считаю либо фарси, либо дари, так и не знаю. Примерно звучит так: буру бурхай, шурави, иншалла. Когда я однажды специалисту нашему военному разведчику одному показал, так сказать, эти слова, он долго крутил головой, потом говорит, вообще смысл понять можно, но это, мягко говоря, из-за разных диалектов, но это, говорит, точно мягко говоря. Но, а вообще это означает, что вы знали примерно там счастливого пути, советский солдат, так угодно Аллах. Кабулом восходит звезда, хлопает модули дверцам. Как я могу не вернуться туда, где похоронено сердце? Крик муэдзинов и мат часовых четки стучат, словно пули. Я на Руси еще числюсь в живых, сердце осталось в Кабуле. Шурави, иншалла, девушка мне говорила, два наших сердца навек погребла в дороге Амане могила. Пусть над Кабулом сгорят смои, в небо полят и наверцы. Вы победили, родные мои, я схоронил свое сердце. Ночь над Кабулом восходит звезда, лопает в модуле дверца. Разве я мог не вернуться туда, где похоронено сердце?